Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Особый привет владельцам мотоциклов, водных мотоциклов, квадриков, скутеров, моторных лодок, снегоходов и так далее. В преддверии поступления к нам на склад продукции линейки XPS от Polymerium, которая заменит собой линейку XPS от BRP, по приходу к нам на склад мы сделаем отдельный большой материал по этому поводу. Я уже небольшое превью сделал. Сейчас этой продукции XPS линейки от Polymerium обслуживают в дилерском центре официальном в Санкт-Петербурге. Это компания «Ветер», официальный дилер BRP в России. Вот, можете к ним на сайт зайти, посмотреть это все. Там у них есть в официальном свободном доступе. Поэтому за этим будущее, в любом случае, без вариантов. Мы официально представителями являемся в России, поэтому все владельцы, те, кто обслуживался раньше продукции XPS, могут к нам делать запросы по нашему общему телефону 8 800 550 5722. Я еще продублирую в описании к этому видео. По каждому продукту, еще раз, по каждому продукту будет отдельный разбор с анализом и так далее. Гражданская линейка от Polymerium называется MotoFun, она есть уже у нас на сайте, давно присутствует, ну, кроме снегоходной, пожалуй. По 2T существует SnowPower снегоходный, существует 7100 2T Polymerium MotoFun. По 4T есть 10W30, 10W40, 10W50 и 5W40. Все называются MotoFun, они есть у нас на Wildberries, на Ozone. Ссылки на наши магазины на Wildberries и на Ozone я размещу в описании к этому видео. Давно уже, ну достаточно, и мы их продаем, в принципе, Polymerium давно их производит. Выпускаются частично на присадках, которые производит Bitheim, а частично на присадках, которые делает Большая Четверка. Поэтому не все так однозначно, не все присадки китайские используются. Поэтому по анализам уже это отдельная тема. На известных ресурсах, на которых я не присутствую, обсуждается, есть линейка по MotoFun, по Polymerium. Там вот последний раз мне Сергей прислал с Polymerium информацию, то что по анализам очень достойно показал себе данный продукт. Если есть у кого-то желание, сами загуглите, найдете результаты испытаний и так далее. Посмотрите обсуждение. Вот. Почему я не участвую в обсуждениях на ресурсах, на известных таких больших? Потому что, ну, это тратится очень много времени, реально. Там есть как много полезной информации, так много такого прям мусора информационного. Поэтому есть как адекватные люди, которые там присутствуют, есть так и полностью какие-то неадекваты, с которыми приходится же просто в полемику какую-то вступать. А для этого нужно просто огромное количество времени свободного и к тому же опускаться до уровня некоторых таких персонажей вообще не хочется совсем. Поэтому я там не присутствую, у меня есть свой канал, на котором мы обсуждаем вопросы, которые связаны вот с нашим товаром, с нашим бизнесом и так далее. Если у кого-то есть желание, можете смотреть на сторонних ресурсах, это все там есть. Можете смотреть, ознакомливаться, обсуждать, это все там присутствует. По анализам, которые мне предоставляет Сергей с Polymerium, мы будем делать отдельные материалы у нас на канале. Так вот, линейка, еще раз напомню, MotoFun от Polymerium у нас есть уже сейчас физически. Линейка от XPS от Polymerium появится у нас уже на этой неделе. Товар уже к нам подходит. Мы ожидаем поступления где-то в среду. Сегодня среда у нас, четверг-пятница, наверное. Вот, в следующую неделю она будет точно. Будем добавлять ее, естественно, на Wildberries, на Ozone, ссылки на которые я размещу в описании к этому видео. Мы будем официальными представителями по линейке XPS Polymerium в Новосибирске. Владельцы всей мототехники, которые раньше использовали XPS от BRP. А напомню, что XPS можно заливать в продукцию Sidu, Skidu, Kendu, Lynx, ну, в общем, двигатели Rotex, которые используют. Вот, звоните, пишите, наш телефон общий 8 800 550 5722. Скепсис, который многие испытывают по поводу бренда Polymerium, который производится в России, в городе Курск, и может ли он собой заменить продукцию XPS от BRP. Ну, тут вопрос такой, достаточно сложный, переубеждать кого-либо, дело неблагодарное абсолютно, просто будем основываться на результатах испытаний, которые обязательно будут. И вот и результаты реальных отзывов покупателей, которые тоже обязательно будут. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока!